Значение имени «Гони». Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Буква «Н» приносит в характер отрицание и сомнение. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Тесные взаимосвязи. Связь этого имени к другому однородному имени приводит к тому, что родившиеся под этими именами люди также испытывают взаимные симпатии. Кроме того, владельцы этого имени стремятся к знаниям, а также делать все добросовестно. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры и тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Звук «Г» в этом имени предопределяет стремление к знаниям, практичность, умение правильно оценивать ситуацию и быстро реагировать на происходящее. Но также звук «Г» означает и обидчивость, ранимость и тонкую душевную организацию. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Звук «Г» в этом имени отличает этого человека такой чертой, как брезгливость и любовь ко всему чистому. Это может проявляться, например, как неприятие находиться в неубранной комнате или нежелание слушать непрофессионального певца или брезгливость в еде. Для людей с таким именем благоприятны контакты с людьми, чьими числами являются 6 или 9, то есть родившимися 5, 15, 24, 9, 18, 27 числа каждого месяца. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.